Здравствуйте, с вами вновь сервисный центр «Доктор Кофе Машин». И сегодня мы поговорим о двух ремкомплектах для клапана термоблока на Bosch, Siemens, Melita, Nivona. Вроде бы, казалось бы, уже много видео у нас есть на канале вот по поводу клапанов термоблока, но в нашем интернет-магазине появились вот такие вот ремкомплекты, поэтому не могу о них не сказать. Начнем сначала с обзора ремкомплекта на обычный клапан термоблока, скажем так, с двумя вход и выход. То есть это стандартный клапан термоблока. Фактически, вот этот вот, что этот ремкомплект, что этот, это уже клапан термоблока целый, только в разобранном, так сказать, виде. Единственное, чего там не хватает, это вот такой пружинки. Но, опять же, если в вашей кофемашине вышел из строя клапан термоблока и вы приобрели вот такой вот ремкомплект, то из старого клапана вам понадобится извлечь вот эту вот пружинку. Как разбираются клапана термоблока, уже, опять же, много видео на эту тему есть, говорить отдельно смысла нету, поэтому вам понадобится со старого клапана только вот эта пружинка, которая, ну, с которой, по сути дела, ничего никогда не случается, то есть, ну, она не садится, в принципе, не ржавеет, поэтому вот ее можно взять и собрать, соответственно, из так называемого ремкомплекта новый полноценный клапан. Также еще можно, конечно, собрать и без пищевой силиконовой смазки, но я бы все-таки рекомендовал пищевую силиконовую смазку специально для кофемашин использовать при сборке этого ремкомплекта. Сначала начнем, вот как я уже сказал, вот с этого ремкомплекта. То есть мы берем шток, надеваем на него конусный уплотнитель, все это смазываем пищевым силиконом, совсем небольшим количеством, много тут ни к чему. Уплотнитель и шток смазываем. Дальше берем оранжевый уплотнитель и надеваем его на шток. Вот таким образом. И всю вот эту конструкцию мы в клапан термоблока помещаем. Потом берем вот эту вот переходную шайбу. У нее с одной стороны торец ровный с отверстием, а с другой стороны она имеет форму такой рюмки, грубо говоря. И вот, соответственно, плоской частью ставим вниз. Потом берем пружину, извлеченную из оригинального клапана термоблока, и узкой частью надеваем ее на шток. После чего защелкиваем верхнюю часть. Вот так. Все. И имеем клапан термоблока в сборе. Сразу скажу, что эти ремкомплекты — это не оригиналы, это аналоги, причем российского производства и очень высокого качества. По характеристикам я их специально проверял, причем неоднократно. Точно так же держат около 3-3,5 бар. Ну, вернее, вообще, по идее, как идет 2,5-3,5 бар. Вот эти клапана оригинальные держат. Ремкомплекты держат, точно, ну, дают такие же примерно показатели. Где-то даже от 3 до 3,5 бар. То есть, работают они хорошо. Теперь, вот этот ремкомплект. Тот же самый, по сути дела, клапан термоблока, только он немножко для других моделей кофемашин Bosch Siemens и Melita Nivona вот чаще бывают вот такие вот клапана. То есть у него здесь есть 3 выхода. То есть если у этого их 2, здесь 3. Собирается он точно таким же образом. Берем опять из старого клапана, извлекаем пружинку, с которой опять-таки ничего не случается. Берем пищевую силиконовую смазку. На шток надеваем конусный уплотнитель. Это дело также небольшим количеством смазки смазываем. Не нужно это все дело обливать огромным количеством смазки. Это ни к чему абсолютно. Смазываем уплотнитель кольцевой. Надеваем на шток. Также сюда вставляем. Также эту вот втулку плоским концом вниз, пружинку
и крышку. И клапан термоблока у нас фактически получается собран. Почему обращаю внимание на ремкомплекты? Потому что эти клапана, их не всегда есть возможность приобрести. Насколько я слышал, вот клапана термоблока, вход-выход, они уже вообще снимаются с производства, то есть через какое-то время их не будет. Вот. Ну и, соответственно, плюсом цена, то есть ремкомплект, он объективно дешевле, чем новые клапана, а работает ничуть не хуже. Ну, думаю, что больше тут особо говорить не о чем, разве что о том, что ссылки на эти ремкомплекты я оставлю в описании под видео. На сегодня на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и ожидайте новых видео. До свидания.